Всем привет, привет, привет! С вами, как всегда, ваш любимый, замечательный сынуля, красотуля, мамуля, красотуля, умнуля, копила, копила много лет с пенсии на комодик. В общем, здесь комод, сразу ни для кого не тайна, не секрет. Я его сейчас буду собирать, но он пришел еще не весь. К комоду еще кое-какая принадлежность придет, я потом покажу. Но сперва надо собирать этот. Вот такой тяжелый ящик. Его тоже носишь. Сейчас я открывали, смотрели. Так. Перевязали. С каких-то других. Ладно, буду смотреть. Чука. Ох! Как-то перевязали, закрепили. Еще пока открываешь это все. Так. Ну-ка, может, вот так сделаем. Где-то цепляется. Где-то цепляется. Ну-ка. Сортировки, я так понимаю. Да, понятно, где цепляется. Здесь получается несколько частей. Идет. Это пока в сторону. Это пока в сторону. Так, для начала. Опа! Тихо, потихоньку надо. Но хотя доставщики... Нет, ко мне это хороший доставщик приводит. Но пока это все дойдет, через десятые руки. Сейчас ты это распакуешь. Так. Давайте по коробкам распакуем. Ой! Я здесь надолго. Насколько хватит фотоаппарата? И посмотрим, что успею за это время сделать. И тут? Что тут? Приклеено, что ли? Или обмотано? Нифига еще не лежит. Все. Понятно. Рубка написана. Ящик один. Сюда. Ровно разложен. Сюда. Ящички. Вот получается. Опа! И сразу к четвертому. Так,
Я тогда сразу начну, смотрите. Открывать, смотреть. Вытаскивать. Так. Хоп, хоп, хоп. Ух ты, красота. Ничего себе тут деталей только в одной. Деталей много. Ну, для начала давайте я буду вытаскивать детали и сортировать. Сразу принес. На землю вставил. Сортируем, выбросим. Так, ох. Первое. Ого. Видели, да? Наверное, будет достаточно долгий процесс сборки. Если поэтапно смотреть, обязательно рулетка. Не должна быть инструкция. Цельные. Ох, какая. И куча отверстий. Много. С крепежами я с этими уже знаком. А у всех идентичный. Идет крепеж. Да, если бы я уже собирал такой, я бы уже по памяти. Так. Это. И вот сюда. Так вот. Оп. Я пока соберу. Не осталось. Значит, инструкция других идет одна. Здесь легкая написано. Так, хоп, нет, вот здесь по краям. Раз. Всегда стараться резать и отрезать от себя по возможности. Упаковываем отлично. Следующая часть. Раз, два. Тогда я их вместе. Наподобие полочек. Так, сюда. Тут мне еще ходить-то удобно было. Да, надолго. Надолго две части. Тоже их сюда. Немного в сторону. Так, следующее. Они могут
идентичны, да, чего-то. Вот две, да, например, по размеру одинаково. Ну, на них отверстия, расположение разное. Может быть. Так, сейчас я сделаю вот так. Мне ходить-то удобнее было. Так, тут не знаю. Это просто это. Чтобы не каталось. Так. О, вот тут отверстие там. Отверстие целое. Куча. Это тоже в сторону. Это тоже в сторону. Так, сюда. Сюда. Так, одна коробка, вторая коробка. Следующее, что у нас идет? Следующий ящик. Я вижу, что все целостно, значит не брак. Значит, можно посреди не разрезать коробочек. Да, здесь целая куча крепежных инструментов. А вообще крепежение инструментов целое. Когда это все выкладываешь, вы видите наглядно, где что, какие детали, также здесь инструкция, сюда, куча железок направляющих, да, я надолго здесь. Ну, я сейчас распечатаем с вами, посмотрим, прикинем, и то это не все. Соберу. Да. Это что такое? Что это за вещь такая? Пластмасски. Ого. Пластмасски. Угу. Добротный пластмасс и дал такое заветвление. Вот такое заветвление довольно это. Так, давайте я вот так вот разложу, здесь просто вытащу заветвление сюда. Что у нас здесь получается? Вот там не нужно. А у нас здесь получается. То, что получается. Так. О, нормально. Для начала почитаем инструкцию. Для начала. Там должны быть. Так, для начала надо распаковать эти болтики, гаечки. Здесь должен быть ключик. Производитель должен положить так один ключик. Есть. Убирая все эти пластмасски, все это должно уйти. Потому что сейчас производители впритык. Практически все производители впритык шурупчики, гаечки,
Если раньше, я помню, делали с запасом производителей на 2-3 гайки больше ложили, либо на одну, то сейчас все делается впритык. Эти сразу мы распакуем. Уберу. Так, сюда. Сюда. Чтобы лишний мусор не вынести, я вынесу лишний мусор. Ему парадную выходную футболку переодену. Отключу потихонечку радио. Мама на кухне, отец отдыхает. В этот радио наушники одену. Буду помаленьку копаться, выходить дымить. Вот так. Пока это все распаковать. С этими надо. Эти я умею уже делать. Управляющие. Так. Где-то здесь должно быть это, и должны они внутри эти выдвигаться. Ну-ка. Вот. Раз, два, три. Во. Раз, два, три. Так. Сразу эти штучки. Мусора, картонных коробок выношу и спокойно занимаюсь. Мне будет помогать Нюшка. Нюшка помощница, ты мне только гаечки и болтики, не играй с ними. Толопками раскидаешь, я потом не найду. Это просто для перевозки. Штучка. Все, полезла в коробки. Ладно, буду собирать. За окном уже стемнеет. И, кстати, вечер. Посмотрим, что у нас получится. Много-много-много разных побрякушек. Но мы их с вами соберем. Точнее, я соберу, а вы посмотрите. Ладушки. Выношу коробки, ставлю фотоаппарат назад. Thank you.
Thank you.
Па-пам! Готов. Провозился я, конечно, довольно долго. Закрывается отлично. Здесь еще будет дополнение. Самое главное, возился я здесь ящичком с креплениями, чтобы добиться, видите, как выдвигается фактически бесшумно и задвигается, чтобы ничего не задевало. Раз и все. Посильнее. Вот. Быстрее. Здесь тоже вот этот подогнать ящик, который идет в основном с этим. Вот закрывается. Открывается. Закрывается. Все, чтобы с этим. Ну такой прикольненький все на это. Сейчас посмотрим, что там. Здесь сразу скажу, будет зеркало. То есть продолжение будет зеркало. Ящички, хоп. Все как надо. Белое отделение. Трильяж. Комод. Трюмо. Самое главное, опа, задвигается и все. Провозился с настройками. Я настраивал блоды, подгонял, потому что прям так это. Вон кошки мне помогали